33 человека пострадали в результате ударов молнии в толпу зрителей на рок-концерте в Германии. Все они были госпитализированы. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, передает Интерфакс. ЧП произошло в немецком городе Мендик во время музыкального фестиваля «Рок М Ринг». Он проходил на местном аэродроме. По словам очевидцев, молния ударила в людей дважды. Первый разряд попал в 8 человек из команды организаторов концерта. Когда зрители начали прятаться от грозы в палатке, в толпу ударила вторая молния, поразив 25 зрителей фестиваля. «Рок М Ринг» проводится в Германии каждый год и собирает тысячи фанатов рок-музыки. По словам организаторов, они знали, что во время концерта будет непогода, и предупреждали зрителей, но отменять концерт не стали. Кроме того, фестиваль продолжился, как только пострадавших увезли врачи скорой помощи.